Один удар коленом. Два, удар ногой вперед, нижний уровень. Три. Прямой удар ногой, верхний уровень. Четыре. Круговой удар ногой. Пять. Удар ногой в сторону. Шесть. Боковой удар ногой. Семь. Толкающий удар. Восемь. Удар ногой вперед. Удар ногой вперед может служить упражнением и на растяжку. Чем более подвижны ваши тазобедренные суставы, тем динамичнее вы сможете выполнять удары.